Яндекс Ньюс. Гость студии, как мы обещали, альпинист, покоритель высочайшей точки на планете Земля, я так понимаю, горы Джомолунгма, или как ее в народе называют, Эверест, чаще приходится слышать, глава туристической компании «Алида Турс» Арно Терсаков. Доброе утро. Доброе утро. Правильно ли можно полагать, что вы являетесь первым латвийцем в истории нашего государства, которому вот удалось взобраться, сделать восхождение на гору Эверест? К сожалению, нет, я не первый, до меня уже были латвийцы на вершине Эвереста, но число их, я не могу быть уверен, что это цифра точная, 6, включая меня. 6 человек. Да, так что в любом случае эта цифра достаточно почетная. Ну, тогда расскажите о том, как происходило ваше восхождение, когда вы прибыли в Непал, или в Непале ли вы были? Нет, был вертолет или нет? Нет, вертолета не было. То есть вас не закидывали на 2/3 высоты, а вы там потом с кислородным баллоном и шерпой дошли. Легко дошли до вершины. Нет, не было. На самом деле все гораздо, конечно, сложнее. Экспедиция на Эверест занимает 1.5 месяца, из которых почти месяц это акклиматизация, это время, за которое альпинисты живут в базовом лагере на высоте 5200 метров. И я сделаю сейчас умножить. И делают радиальные выходы для того, чтобы привыкнуть к климату. Да, но не к климату, а к высоте. Ну, к высоте, да. Получается так, что ты... Во-первых, я восходил со стороны не Непала, а со стороны Тибета. Это Китай. Восхождение со стороны Тибета считается более сложным, но более безопасным. Потому что со стороны Непала, для того, чтобы попасть на вершину Эвереста, нужно пересечь ледник Хумбу. Это самое опасное место на Эвересте. Это ледопад, который двигается вот сейчас весной со скоростью порядка 1 метра в сутки. Да. Появляются постоянные трещины, разломы. И, в общем-то, как бы можно упасть и вниз, так сказать, да, можно, ну, там могут произойти абсолютно разные вещи. Но с восхождения со стороны Непала, Тибета, простите, оно считается более безопасным, но по расстоянию оно гораздо более длинное, больше дистанции, которую нужно проходить при акклиматизационных выходах. Так что же такое восхождение на Эверест? Первое – это акклиматизация. Это достаточно длительный период, который занимает 3-4 недели, когда альпинисты живут в базовом лагере на высоте 5200 метров, что само по себе уже достаточно большая высота. Для сравнения, моя первая гора, на которой я побывал, Арарат, находилась на высоте 5165 метров, и для меня это в тот момент, это был 2011 год, это уже был подвиг, это достаточно большая высота. Сегодня я прожил более месяца на высоте 5200 метров, и выходы для акклиматизации в лагеря, которые были заранее построены, выложены, естественно, шерпами, национальность нации, которая живет в Непале и в Тибете, они рождаются и живут на высоте от 4 до 4,5 тысяч метров, да, то есть эта высота для них то же самое, что для нас уровень Балтийского моря. То есть если мы находимся на Эвересте почти на высоте 9 тысяч метров, то для непальцев это по сравнению с нами, ну, можно сказать, 4,5-5 тысяч метров. Вот, я смотрю, у вас обручальное кольцо. Где была ваша жена, пока вы 1.5 месяца где-то в горах пропадали? Моя жена тоже альпинистка, мы в прошлом году вместе были на Монблане. В следующем году мы планируем вместе подняться на Эльбрус. Она была в Риге, хотя я звал ее с собой хотя бы до Северного Седла. Это отметка 7 тысяч метров. Но дело в том, что у нас трое детей, которые в этом году все одновременно сдают экзамены, и она должна была, посчитала своим долгом материнским им ассистировать. Понятно. Слушайте, а вы... вот 1.5 месяца вы там жили, потом вы там, не знаю, поднимались. Это же все просто... просто адски дорого. Сколько вы заплатили за то, чтобы подняться? 150 тысяч сейчас вышло. Ну нет, это, конечно, перебор, но в принципе... А, так вы не такой богатый, да? Я не такой богатый, к сожалению. Пока. Ну сколько? Но есть разные разрешения и стоимость вхождения с разных направлений, да? Направление два. Это Тибет или Непал. Непал 11 тысяч долларов, говорят. Это официальная стоимость. Абсолютно верно, так сказать. Я не могу еще назвать эту цифру в точности до копейки, но она примерно такая. Со стороны Тибета это разрешение чуть-чуть дешевле, но это больше 10 тысяч долларов. Это только твое право подняться на вершину. Еще какие-то другие экипировка. Затраты? Экипировка занимает достаточно большую, так сказать, часть, да. Ну и, естественно, поскольку ты живешь там 1.5 месяца, ты ешь, ты пьешь, у тебя проложены лагеря, у тебя везде стоят палатки, да. Все-таки, конечно, не надо скрывать, то, чем я занимаюсь, это коммерческий альпинизм, особенно на Эвересте. Что значит коммерческий альпинизм? Коммерческий альпинизм означает, что ты платишь достаточно большие деньги, но у тебя все подготовлено. У тебя есть палатки, у тебя готова еда. Допустим, не нужно заниматься научной экспедиции, понимаешь? Это просто чисто... не диким способом добираетесь, уж совсем таким, а более цивилизованным. Вы знаете, дело в том, что дикий способ восхождения на Эверест, он очень опасен.
Дело в том, что экспедиция, в которой я поднимался, это клуб «Семь вершин» российский. В России это самый сильный клуб, который занимается такого рода восхождением, и особенно восхождением на Эверест. У нас было в экспедиции 57 человек на 12 восходителей на Эверест. У нас было всего 14 человек, двое восходили до Северного Седла, это высота 7000 метров, ну, у них такой был план, и оставшиеся 12 восходили до вершины. Всего в экспедиции было 57 человек, включая шерпов, тибетцев, китченбоев, поваров и так далее. Это и есть коммерческая... Китченбой – это еще не то же самое, что повар, да? Повар готовит, а китченбой разносит, разносит и убирает. Какой отличный туризм, слушайте. Ну, в общем-то, да, потому что, конечно, ты живешь и сидишь и на всем готовеньком, и тебе не нужно заботиться, как первым восходителем, абсолютно обо всем. Самому себе готовить, убирать, стирать, потому что заботы кажется, что очень немного. На самом деле, забот на высоте очень много, потому что жизнь там замедляется. То, чем мы занимаемся, занимает у нас здесь какие-то считанные минуты, на высоте после 7000 метров занимает, в общем-то, может быть, и часы. Да и на высоте 5000 метров ты не бегаешь, ты ходишь медленно, а твоя жизнь немножко затормаживается, даже работа мозга замедляется, потому что кислорода примерно в половину меньше, чем на поверхности Земли, на которой мы привыкли жить. Да? Вы использовали кислородный баллон? Да, конечно. Восхождение на Эверест без кислорода есть достаточно. Есть 11 такие... из них, вот в 2017 году, например, удалось достигнуть вершины. Это огромные, без сомнения, это огромные достижения, люди, которые могут подняться на высокие горы, восьмитысячники, без кислорода, но все-таки надо понимать, это в основной своей массе это спортсмены. Это люди, у которых очень большой объем легких, которые целенаправленно его тренируют. Понятно, что количество воздуха, которое попадает им в легкие, соответственно, кислорода, попадающего в кровь, значительно больше, чем у человека, ну, живущего простой жизнью. Ну, а вы тащили, я прошу прощения, мне так интересно все, а вы тащили с собой вот всю эту экипировку или вам помогали? Кстати, кошки, вы знаете, ледорубы? Нет, кошки у тебя на ногах, ледоруб при восхождении на Эверест не используется, потому что ты идешь пристегнутый к так называемым перилам, это веревка, которая проложена до, ну, от места до места, так сказать, вплоть до вершины. Веревки прокладывают тоже шерпы, да, и в этом году веревки перила проложили до вершины 22 числа, а я на вершине был 23-го, это следующий день после того, когда было проложено. Погодное окно в этом году было очень, открылось очень поздно, и оно было достаточно коротким. Правда, надо признать, что сейчас на Эвересте отличная погода, я смотрел буквально вчера, что в среду на вершине скорость ветра будет 5-10 километров в час, всего это отлично. Можно сказать буквально. И так, да. Можно и подниматься. Может, я думаю, что поднимается. Подробно и инструктивно расскажите для наших слушателей, что надо для того, чтобы покорить Эверест, например, начиная от той суммы денег, которая необходима, и в том числе на подготовку, на проживание, на сумму, которую необходимо заплатить для проводника. Что для человека надо, может быть, какая-то подготовка физическая для этого, чтобы как-то попробовать себя, он способен на это или не способен на это. Ну вот, подробный план. Ну, давайте начнем с того, что покорить Эверест или любую другую вершину невозможно. На гору можно только взойти. Горы стоят миллионы лет, и их положение в этом мире настолько велико, что мы по сравнению с ними просто пыль. Поэтому мы можем просто взойти, покорить мы их не можем. Что касается вообще возможности восхождения на любую из вершин, даже самую небольшую, от 4 там, до 5 тысяч, уже необходима хорошая физическая подготовка. Занятия спортом регулярные. Моя подготовка к Эвересту заняла 3 года. Это тренировки 5-6 раз в неделю, и кардио-тренировки, и силовые. Но я не могу сказать, что я все время готовился к Эвересту. Я занимался спортом в свое удовольствие, ну, наверное, последний. Но эти тренировки отличаются от обычных, привычных для нас в зале? Ну, допустим. Нет. В принципе, это то же самое, немножко больше упор на кардио-тренировки, на кроссфиты, то есть на такие подвижные. А скалолазание, стенки все эти? Вы знаете, на Эвересте ты идешь ногами. Ты идешь ногами, так сказать, в разных местах тебе приходится тянуться еще и руками, но все равно это уклон до 75 градусов, да. И если он очень крутой, в основном это и происходит по снегу. Поэтому скалолазание как таковое там не нужно. А сколько весит экипировка? Вот сколько на себе надо тащить еще наверх? Ну, давайте посчитаем. Пуховой костюм, который, так сказать, ну, сплошной комбинезон, весит около 2,5 килограмма. Это немного. Кошки примерно 2 килограмма. Ботинки весят по 3 килограмма на каждую ногу. Что у нас получилось? 2, 6, 3, 7, 7 килограмм. Термобелье еще 2 килограмма. 10. Рюкзак 1,5-2 килограмма, 12. Да, он такой легкий?
При восхождении в горы используются сверхлегкие материалы. Даже пуховая одежда берется не все перо, а берется только его верхняя часть, самая, где самый тоненький стебелечек и самый пушистый. Ох, эти выпендрежные специальные костюмы. Это не выпендрешь, это вопрос жизни и смерти. Потому что, как вот вы спрашивали раньше, да, так сказать, что необходимо, да, так сказать. То есть в первую очередь необходимо, естественно, кроме физической подготовки, иметь еще максимально готовое снаряжение, то есть быстро сохнущие материалы. Ты можешь по дороге вспотеть, если у тебя одеты синтетические быстро сохнущие материалы, ты можешь открыть какие-то молнии, они прямо на тебе высохнут. Да. Если у тебя одет хлопок, то скорее всего он не высохнет на тебе. Ты будешь все время мокрый. А по поводу суммы и затрат? Да, суммы затрат. Ну, стоимость восхождения на Эверест стоит до 100 тысяч долларов. Это учитывая вместе стоимость восхождения, перелеты, экипировка и так далее. Да, то есть недешевое удовольствие. Совершенно любителям придется либо накопить, либо хорошо поработать. Либо не ходить. Перед этим, да. Ну, не ходить в горы – это достаточно сурово. Лучше ходить, но готовиться к этому. Когда вы были в горах как раз в мае месяце, давайте напомним, да, что ваше восхождение случилось на высшую точку 23 числа. Да, да, прошлого месяца. Верно. Мы здесь, наблюдая за тем, как взбираются на гору, получали сообщение о том, что, во-первых, образуются многочасовые очереди, по 12 часов альпинисты стоят, да, и более того, в этих очередях гибнут люди. И если средняя смертность среди покорителей Эвереста составляет 6 человек ежегодно, то за последний месяц это число достигло 11 человек. Практически удвоилось. Да, ну, только за месяц, да, поэтому вот вы это все наблюдали, вы как раз находились в том месте, действительно ли так ужасно? Стояли ли вы эту очередь и видели ли вы страшную картину? Потому что некоторые альпинисты публиковали о том, что они видели тела мертвых людей, кто-то перешагивал, даже не обращал на это внимания, ну, потому что не до этого, если знаете, к сожалению, это слышится. Но... Да, к сожалению, цена восхождения на любую гору, особенно на Эверест, она достаточно высока. Каждый альпинист, поднимающийся на такую вершину, он, в общем-то, находится в зоне смерти. Высота после 8000 метров, так и называется зона смерти, это та часть поверхности земли, часть горы, с которой невозможно эвакуировать ни живого человека, ни тела. Почему? Потому что физически ты двигаешься очень медленно, у тебя очень мало сил, и ты несешь только свое тело, свое оборудование, свой кислородный баллон и одежду, и нести какой-то дополнительный груз ты практически не в силах. Поэтому каждый, поднимаясь на Эверест, дает себе отчет в том, что в случае, если ему не хватит сил, он может там остаться. Вы видели погибших людей? Конечно. Там? Тела. Ну, тел, конечно, я не видел очень много. Я видел 3 тела. Они достаточно, мне казалось, старые. Естественно, я старался на них не смотреть, но судя по одежде... То есть их даже как-то не запорошили снегом, я не знаю. Это прям... Вы знаете, снег с Эвереста сдувается. Сдувается со страшной силой, и очень часто, вот этот год он был достаточно ветреный перед восхождением, да, очень часто, когда ты из базового лагеря смотришь на Эверест, ты видишь так называемый флаг, то есть стоит вершина, и с нее сдувает полотном снег, даже остатки снега, так сказать, да, поэтому, когда я поднимался, снега было, в общем-то, на склонах Эвереста крайне мало, и даже если тела зимой находятся под снегом, то весной и летом они, естественно, находятся под прямыми лучами солнца, открытые всем ветрам. К сожалению, это неизбежно. По статистике, на вершине Эвереста лежит около 300 тел с обоих сторон, со стороны Непала и со стороны Тибета. Убрать их невозможно. Для того, чтобы спустить одно тело вниз, нужно порядка 40 человек подготовленных альпинистов. Это, естественно, шерпы. Да? Вы сами понимаете, это очень дорогостоящая операция. Ну, а спускают? Может быть, кто-то... Вы знаете, я не знаю таких случаев. Угу. Даже, так сказать, достаточно состоятельные люди, так сказать, да, то есть, когда члены их семьи гибли на Эвересте, я не слышу, чтобы тела спускали. Максимум, насколько я знаю, тела заворачивают в флаг страны и оставляет лежать или на поверхности, или скидывает в пропасть, ну, чтобы они не лежали, так сказать, на виду. Сколько часов вы в очереди простояли? Наша группа простояла в очереди в общей сложности около 4 часов. Но это немного, да, по сравнению с тем, ну, вы знаете, 12 часов, я уверен, что эта информация неправдива, это невозможно. Дело в том, что ты с собой берешь ограниченное количество кислорода. У меня с собой было 3 баллона с кислородом, баллон один, это объем 4 литра, давление 250 атмосфер, то есть это 1000 литров воздуха.
Если ты расходуешь воздух 4 литра в минуту, это, в принципе, тот объем, который тебе нужен для восхождения на Эверест, то есть одного баллона тебе хватает на 250 минут. Это чуть больше 4 часов. Три баллона – это 12 часов. Это 12 часов, как вот вы говорите, простоять в очереди, ведь нужно еще подняться и спуститься. Это время нереально, этого не может быть. 4 часа – это не маленький срок, который мы простояли. Ну, к сожалению, тоже цена восхождения на Эверест. И что происходит, когда вы забираетесь? Там же небольшая площадь, я так понимаю. Сколько там человек могут одномоментно площадка поместиться? Вершина Эвереста составляет размером, как ваш стол. Можем постоять, почувствовать. Посидеть, ну, да, даже. Посидеть. Скорее посидеть, приблизительно, потому что... чтобы слушатели понимали, это так, мне кажется, 3 на полтора метра. Ну, примерно. Ну, приблизительно, примерно, да. Да, да, да. И сколько у вас времени там было? Мы и что вы чувствовали, что вы делали? Мы были на вершине Эвереста порядка 40 минут. Я сел, пристегнулся к перилам, чтобы если вдруг я упаду, так сказать. Там установлены перила. Перила, но перила – это веревки, которые протянуты до вершины, так сказать. Да, это альпинистский сленг. Ты пристегиваешься, ты садишься, потому что, ну, все может случиться, тебя могут случайно толкнуть, так сказать, да, и чтобы ты не упал куда-то далеко. То есть там такая как бы тусовка, то есть куча там людей такая тусовка, ходит, куча людей, делают, все, да? Разворачивают флаги, естественно, фотографируются, да. Очень в этом году на вершине, вот в первый день восхождения 23 мая, на вершине было огромное количество народа. Я не могу сказать. Это примерно как городская остановка автобусов. Примерно. Сюда, то есть примерно, небольшое расстояние. И все там кучкуются. И все там кучкуются. А как же там, ты заходишь, ну, вот отведенное время у вас, вас кто-то контролирует? Нет, или вы сами никакого решаете? Времени. То есть у нас есть руководитель группы. Да. Руководитель группы у нас Александр Абрамов, это 10-кратный восходитель на Эверест. Мы вместе с ним поднялись в этом году 10-й раз, его 10-й раз на вершину Эвереста. Да, это человек максимально опытный. В мире он занимает с 4 по 8 место по количеству восхождений. Ну, есть здесь группа из 4 альпинистов, которые были на вершине 10 раз. Вот он в этой числе. То есть до него 3 человека. Да, в России СНГ это человек, который восходил на Эверест самое большое количество раз. Крайне опытный, естественно, гид, так сказать, специалист. И поэтому с ним восхождение на Эверест было достаточно безопасным. Ну, конечно, мы простояли порядка 40 минут, сфотографировались с флагами, пообщались, поговорили, так сказать, да. И через 40 минут начали спускаться вниз. Была отличная погода, был ветерочек, так сказать, была великолепная видимость, да, и все было, конечно, очень здорово. Насколько я знаю, люди, которые занимаются экстремальными видами спорта, они, у них постепенно этот порог адреналина, он все время понижается. То есть им надо больше для того, чтобы пережить вот эти ощущения. Горы вообще заразная штука, потому что я сама ходила в горы. Для меня это вот, ну, вот что-то такое вот вау, да. И там очень сложно остановиться, на самом деле. Очень сложно. А зачем останавливаться? Ну, потому что в какой-то момент ты теряешь вот это чувство страха, чувство вот реального страха. Есть такое, нет? И как вообще, например, вас отпускали в близкие, допустим, на Эверест, зная, что там это может закончиться достаточно трагично? Ну, начнем с чувства страха. Дело в том, что, конечно, чувство страха, оно немножко притупляется, но мы же люди разумные. Поэтому, если говорить объективно, даже восходя по Виа Феррата, восходя по отвесным скалам, ты чувство страха не теряешь, тебе тоже страшно. У тебя есть опыт, и ты знаешь, что тебе нужно делать, где нужно закрепиться для того, чтобы твои восхождения были безопасными. Поэтому сказать, что ты теряешь чувство страха полностью, это неверно. Полностью ты его не теряешь, оно, конечно, несколько притупляется, но вместо страха приходит опыт. Это, в общем-то, то, что и должно происходить. Что касается моих близких, то, конечно, жена меня отпустила достаточно легко. Она сама альпинистка, она понимает, что это такое. У нее нет планов восхождения на Эверест, но на горы пониже ей ходить тоже интересно. А жизнь свою вы застраховали перед тем, как уходить? У меня есть страховка, в общем-то, круглогодичная, постоянная, поэтому она жизнь была застрахована. Ну, может быть, поэтому ей не было так страшно вас отпускать, хоть какая-то подушка безопасности. Я надеюсь, что дело все-таки не в этом. Дело в том, что каждый из нас в жизни развивается, и каждый из нас получает что-то новое, какой-то опыт, какие-то решает новые задачи, так сказать. Эверест – это был один из тех вызовов, которые в своей жизни я понимал, что рано или поздно я приму. Погибнуть на Эвересте почетно? Погибнуть на Эвересте, вы знаете, погибнуть глупо не почетно никогда. Ну почему глупо? То есть это может быть действительно экстремальная ситуация. Ну, я попал. Ну, по крайней мере, это, наверное, лучше, чем лежать дома и умирать 86 лет, а тебе еще стакан воды никто не принесет. Вы знаете, на самом деле я могу сказать, что мне почти 50, и я с каждым годом понимаю, что мне все интереснее и интереснее жить. У вас как раз спрашивает наш слушатель, какой смысл восхождения на Эверест и другие вершины? Одержимость никакого. Или зависимость? Восхождение на Эверест, когда оно уже закончилось, я, ну, можно сказать, дал ему такой лозунг. Отвага и слабоумие.
Без сомнения, это отважный поступок для любого альпиниста, потому что это высочайшая вершина в мире. И даже несмотря на помощь шерпов, которые прокладывают лагеря, готовят еду и делают все остальное, поверьте, это физически очень сложное мероприятие. И во времени психологически и физически это достаточно сложно. А слабо ли я, потому что в этом нет никакого смысла. Ты это делаешь для себя, просто доказываешь себе, что я могу это сделать. А подтвердите или опровергните? Вот говорят, что Эверест превращается в свалку, что там куча пустых баллонов, порванных палаток, человеческие экскременты, я не знаю. Это не совсем правда. Конечно, мусор на Эвересте есть, но в базовых лагерях, вообще во всех лагерях мусор убирается. Убирается организаторами, да, у нас в базовом лагере была, можно сказать, идеальная чистота. Конечно, есть альпинисты, которые, ходя между лагерями, выпив банку там кока-колы или воды или еще что-то, кидают пустую бутылку там или пакет, кидают его на землю. Ну, свиньи есть всегда везде. И везде. Мы можем выехать на латвийскую природу и увидеть тоже где-то мусор, да. Все зависит от человека. Попросим вас надеть наушники и давайте примем звонок. Да. Давай. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Я хотел поинтересоваться, на какие горы посоветуют попробовать подняться вот альпинист начинающим? Скажем, Килиманджаро можно осилить непрофессионалу, но если занимаешься спортом, но сильно нет такой большой подготовки. Спасибо. Да, пожалуйста. Я был на Килиманджаро в 2014 году, и эта поездка оставила у меня самое благоприятное впечатление. На Килиманджаро очень красивая природа, и когда ты поднимаешься на вершину, ты проходишь через все слои африканской природы. Ты видишь, начиная от саванны до эндемиков, и на вершине, так сказать, камни и снег. Когда я поднимался на Килиманджаро, я занимался только бегом. Я бегал, ну, где-то 3 раза в неделю по 10 километров. И для меня восхождение на Килиманджаро – это была легкая прогулка в облаках. То есть это как бы трекинг скорее, это не альпинизм, это больше... Ну нет, это альпинизм. Это альпинизм, это высота горы 5895, это почти 6 тысяч метров, это достаточно большая. А теперь с точки зрения новичка просуждайте, вот насколько это посильно будет, слушатель интересуется. Вы знаете, человек очень... неподготовленный. Да, ну если человек не занимается спортом, то ему это не по силам. Нет, он сказал, что занимается как раз спортом. Надо понимать, в каком объеме. Я сказал, как я занимался спортом, то, что я только лишь бегал, ну бегал достаточно немаленькие дистанции по 10 километров, для меня это было легко. Во-вторых, есть такой фактор, как, ну, скажем так, природная генетическая предрасположенность к гипоксии, к нехватке кислорода. У меня, насколько я могу судить, она достаточно хорошо развита, я хорошо приношу нехватку кислорода, и на Килиманджаро, все-таки почти шеститысячник, у меня не было вообще никаких проблем с нехваткой кислорода. Ну, при определенных, конечно, так сказать, правильных действиях. Но акклиматизация все равно будет. Акклиматизация все равно есть. Так называемую горняшку схватить, мне кажется, можно. Горняшку схватить можно достаточно легко. Просто к ней надо быть готовой. На пустом месте к ней нельзя быть практически готовой, лекарства от этой болезни нет. И к тому, что нужно быть психологически готовым к тому, что не на третий день, так на пятый ты просто свалишься и сутки отлежишь. Можешь свалить. В не очень хорошем состоянии. Ну, на самом деле, при симптомах горной болезни, это тошнота, отсутствие аппетита и так далее, лучше спуститься на высоту минус 500, минус 1000 метров. И горная болезнь пройдет сама по себе. По поводу группы, когда ты путешествуешь, есть опасность ездить с близкими людьми, с друзьями и так далее, да, потому что, ну, сложно. В таких экстремальных ситуациях люди начинают вести себя не очень хорошо иногда, вылезает просто все, что может вылезти. Как происходит у вас вот акклиматизация именно внутри коллектива, группы, особенно если это неизвестные люди? Вы знаете, вот при восхождении на Эверест у нас была отличная группа, как я говорил, у нас было 12 человек. При восхождении на вершину разделили на две части, две группы по 6 человек, они шли в разные дни 23 и 24 числа. У нас был, на самом деле, очень хороший слаженный коллектив, который можно было без сомнения назвать и командой, и, может быть, даже и семьей. Ребята друг другу помогали, очень были добросердечные, хорошие товарищеские отношения, поэтому в этом плане нам повезло. Да, и нам пора заканчивать. Последний вопрос. Вот я знаю, что китайская сторона, она выдает реже разрешение меньше. На восхождение, да, то есть 300 в год всего лишь. Китайцы выдают около 200 разрешений. Около 300 разрешений для альпинистов, да. Плюс дополнительные разрешения для шерпов. А как вам удалось попасть в это число, и вы зашли как раз-таки с китайской стороны? Я еще в октябре месяце прошлого года принял решение о восхождении на Эверест, и в той группе, в которой я поднимался, я был первым человеком, который, как говорится, записался на Эверест. Спасибо большое. Это был альпинист, покоритель Джомолунгмы Арно Терсаков. Дальше мы продолжим после новостей рекламы в следующем часе и поговорим о громком деле российского журналиста Ивана Голунова. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.